В выставочном зале по улице Ожешко в Гродно открылась большая выставка избранных работ Александра Ласминского, руководителя фотоклуба «Гродно». Таким образом, автор решил отметить свой 70-летний юбилей. Это, наверное, самая большая выставка в моей жизни из многих сотен выставок и клубных, и персональных, которые у меня были. Но это главная, я считаю, выставка, поскольку здесь ретроспектива всего моего творчества. Здесь две эпохи, и черно-белые негативные фотографии, и цветная фотография, и самые первые снимки, которые здесь представлены, сделаны были в 1967 году. То есть я в 8 классе юнкором был газет «Пионерская правда» и «Белорусской зорьки», и одновременно стал писать и снимать. Поздравить Александра Иосифовича пришли друзья и коллеги. В адрес юбиляра на этой творческой встрече звучало много теплых слов и пожеланий. Всегда очень приятно видеть профессионализм и это вбирать в себя. Вот его методы работы, его какой-то такой вот жизненный напор, который тебя вдохновляет. Это человек-локомотив. Он постоянно приводит в клуб новых людей. Где он их находит, неизвестно. Но вот постоянно, и причем возрастной возраст абсолютно разный. И школьники, и студенты, и пенсионеры, там, и разных профессий люди. Но все почему-то к нему как бы прилипают. Это человек с большой буквы, как руководитель, как фотограф, как журналист. Всем известный давно в нашем городе и за его пределами. Но мы все им восхищаемся, его энтузиазму можно только позавидовать. Он всегда вдохновлен, окрылен какой-то идеей. Ну, это только плюс. Он нам показывает пример, как надо работать. Александр Ласминский удостоен многочисленных почетных званий и наград. Среди них медаль Франциска Скорины и нагрудный знак за личный вклад в развитие культуры. А к 70-летию Белорусский союз журналистов присвоил Александру Иосифовичу звание «Заслуженный журналист».